Для тебя оно не ново. В бюллетене беременную не жалели, желали. Семья семьей, а бизнес бизнесом. Скоро тату свой третий альбом. Умная компания прилагается. Интересное положение на службе у маркетинга. Беременность по тату – это сексуально, скандально. Удивительно, так ты что, беременна? Да. Только что заметила, знаете? Да, только что заметила, да. Или так поправила, только что узнала. Беременная женщина, она всегда считалась, как будто она больная. Это у многих ощущение, как вот цвета, все какие-то. И вот я же беременная, да наоборот, когда я считаю, что человек беременный, у тебя внутри зарождается человек. То есть и все, и вот мне плохо, и вот я теперь буду поправляться, вот я теперь перестану красить, зачем это мне надо. Я считаю, может быть, там Юлька в связи со своим положением, у нее может такое быть. Она все-таки, она женщина, она мать. Естественно, она скажет, а, ну, в баню, все, хочу вот с ребенком дома нянчить, расти.